Заветное голубое топливо жители Верхнесадового ждут уже более 30 лет. В далеком 1993 году украинские власти анонсировали газификацию села. Реальное строительство газопровода высокого давления от села Фронтового началось в 2021 году. Два года назад магистральная ветка была построена, и в конце 2023-го подрядчик компании «Миртек» приступил к прокладке труб низкого давления по сельским улицам. Всего для обеспечения жителей голубым топливом будут проложены 11,5 километров труб. Более 10,5 километров газопровода – это подземное исполнение, то есть он не будет портить вид данного населенного пункта. Порядка 373 метров будет надземная часть, там, где это технологически по-другому невозможно реализовать. На объекте задействованы около десятка рабочих и до 4 единиц техники. Работы на улицах села ведутся максимально бережно. К примеру, вот здесь рабочие сняли верхний слой асфальта. Затем при помощи технологии горизонтального бурения проложили под землей траншею, в которую протягивается полипропиленовая труба. Что интересно, параллельно с ней запускается электрический кабель для прозванивания. Этот провод-спутник позволяет определять точное позиционирование газопровода под землей. Кроме того, рабочие устанавливают контрольные трубки для быстрого обнаружения утечек, а в наиболее сложных местах монтируют специальные отводы для дальнейшего обслуживания газопровода. Заканчиваем центральную улицу, Севастопольскую, Пирогово перешли. Вот. На остальных улицах, где нет возможности методом ГНБ проходить, проходим открытым способом. Прокладываем также трубопроводы, подключаем точки подключения для потребителей. Газификация села – давняя мечта местных жителей. До сегодняшнего дня люди вынуждены были закупать дрова и уголь, чтобы отапливать свои дома. Хочется просто отметить ребят, самих газовщиков, что они ювелиры своего дела. Делают очень все качественно. И самое главное, учитывают все пожелания жителей. Вот надо где-то здесь поближе, надо здесь, все. То есть очень молодцы, очень порядочные, хорошие ребята. Вот. Ну, газ ждем, конечно. С нетерпением ждем. Согласно госконтракту, прокладка труб низкого давления по улицам села Верхнесадового завершится до конца 2024 года. Затем будет осуществляться подвод голубого топлива непосредственно в дома местных жителей. Для того, чтобы получить индивидуальное подключение, требуется подать заявку в ГУП «Севастопольгаз» и оплатить так называемую «последнюю милю», то есть фактическую прокладку газовых труб по территории участка. На сегодняшний момент строительная готовность составляет порядка 40%. Подрядчик уверенно ведет работы. Никаких сложностей с реализацией проекта у него нет, у него богатый опыт. Как рассказали в пресс-службе городского правительства, в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» на территории нашего региона предусмотрена реализация 32 газопроводов. В 2024 году будет завершено строительство 7 объектов в селах Верхнесадовое, Пироговка, Фруктовое и Поворотное, а также прокладка газопровода к жилым домам по улице Речной и переулку Речном в поселке Любимовка. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро.